Всем здравствуйте! Урок математики. Сегодня у нас не просто урок математики, а итоговая проверочная работа. Решать ее мы будем на листочках. Возьмите листок, напишите сверху свою фамилию, имя и напишите «Итоговая проверочная работа по математике». Поставьте ролик на паузу, выполните это задание. Готовы? Приступим. Итак, первое задание. Запишите номер 1 и нужно выполнить решение примеров. 3 столбика, расстояние между столбиками 3 клеточки. И четвертым столбиком выполните решение примеров в 2 действия. Поставьте ролик на паузу, выполните это задание. Выполним следующее задание. Вторым заданием будет решение задач. Задач будет 2. Запишите посередине тетрадки слово «задача». Не забывайте, что слово пишется с большой буквы, в конце предложения ставится точка. Задание. Прочитайте задачу, запишите краткую запись, выполните решение, не забудьте записать ответ. Когда будете готовы, нажмете на паузу и будете решать вторую задачу. Следующая задача. Задание. Прочитайте задачу, выполните ее решение, записав краткую запись, не забудьте написать ответ. Поставьте ролик на паузу, решите эту задачу. Следующее задание. Нужно сравнить. Запишите именованные выражения и поставьте знаки «больше», «меньше» или «равно». Поставьте ролик на паузу. Выполните это задание. Следующее задание. Прочитайте его и выполните. Последнее задание будет со звездочкой, то есть повышенной сложности. Прочитайте это задание и выполните его. Поставьте ролик на паузу. Вы сегодня должны постараться. Удачной вам работы! А с вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого доброго! До новых встреч, друзья!